Как соединить два видео? Нам в помощь приходит сайт climbjump.com. Здесь проходим регистрацию. Нажимаем «Войти». Выберите способ, который для вас удобный. Я здесь выбираю «Продолжить через Google». Выбираю свой Google аккаунт. Ну, давайте создать новое видео. Нас интересует объединить два видео. Правильно? Найдем подходящих два видео. Вот первый. Перетаскиваем. И перетаскиваем сюда. Так, вторая часть. Вот вторая часть. Перетаскиваем сюда. Затем снова сюда. Объединяем, получается. Ну, давайте послушаем. Или обрыв цепи. Сейчас будем диагностировать. Так, вот мы объединили два видео. И что мы тут можем сделать? Здесь нажать можно плюсик. И можем какой-нибудь переход выбрать. Так, давайте, допустим, вот такой, чтобы заметно было, да? Вот этот переход выбрали. И теперь, когда... Сейчас будем. Вот, видите, как меняется. Вы можете такие разные переходы добавлять. Вообще здесь функций очень много. Сейчас нас-то интересует просто, как объединить два видео. А в дальнейшем я покажу всеми функционали этой программы. Нажимаем «Экспортировать» и выбираем «Качество». Для соцсетей, для потоков видео. Ну, с хорошим качеством это 1080. Мне это сейчас не важно. Мне, чтобы главное, быстро его сделать экспорт. 720 выбираю. Ну, это тоже нормальное качество, 720. Вот идет процесс обработки. После окончания нажимаем «Сохранить на компьютер». Видео без названия. Правую кнопку мыши «Показать в папке». И давайте проигрываем. Камри 50. Горит. Так, здесь. Ну, кучи, папа, кучи. Смотрим на переход. Вот переход видео. И мы это видео, получается, объединили два видео. Вот так вы сможете объединить два видео.